это еще круче. Шарангулича. Поворот направо. Снег тает. Да, поработал я, конечно, на мастерской. Все болит. Но зато результат налицо. Да просто простор. Возле аудюшки. Мужчина пожилой с ней занимается, с этой Ауди серенькой. Но куда он всю зиму никуда не ездил. Стоит машинка. Машинка стоит как бы на приколе. Да и не как бы, а на приколе. Во дворах нормально. Рабочий день. Разъехались люди. А в выходные никто никуда не ездит. Ну, собственно, зима это... Я в мастерскую езжу, в деревню, а здесь народ домоседы, никуда ничего не ездит. Всем добра!